2 июля в городской администрации прошло награждение молодых баскетболистов Десногорска за успехи в спорте. За достойное представление города в соревнованиях были отмечены 8 ребят. Они не только проявили активное участие в спортивной жизни Десногорска, но и достигли высот за пределами муниципалитета. Оказались серебряными призерами на чемпионате Смоленской области. Поздравление в адрес ребят прозвучало от заместителя главы города Александра Новикова. Он же вручил ребятам благодарственные письма главы Десногорска, отметив значимость этой награды. Это документ, который подтверждает заслуги жителей города Десногорска перед нашим городом. Я считаю, что вы их достойны на все 100%. Поэтому я еще раз вас поздравляю с вашей победой. Желаю, чтобы в дальнейшем мы гордились вами уже на уровне Российской Федерации, на международном. И ни капли не сомневаюсь, что вы этого добьетесь. Почет и признание баскетболисты заслужили не только благодаря своим достижениям на спортивном поприще, но и благодаря личным качествам и закалке. А вот выковать в юных спортсменах ловкость, силу и сноровку помогли усилия тренерского состава. За стремление быть первыми, которые передали тренеры своим подопечным, их также наградили почетными грамотами и призами. Благодарственные письма получили Даниэль Кобедин, тренер первичной профсоюзной организации САЭС, Даниил Томиловский и Александр Ермаков, тренеры спортивных школ Десногорска и Рославля, Игорь Гладышев, оператор реакторного цеха САЭС и Константин Гусаров. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.